Всем салют. Продолжаем. Новая фигурочка у нас появилась. Дум. Ты с какой части, Дёня? С четвертой? Eternal. Дум Eternal. Коллекционочка. Лицензионная. Рига. Кто тут производитель? Вот Modern Icons. Все вот вам покажу. Это вот верхний кожух одевается. Вот в таком она боксе идет. Оригинальная фигурка. Не знаю, что она, Америкос или кто ее там выпускает. Где, не знаешь, кто ее выпускает? Короче, это крутые производители. Это чистая Орига. Боксики. Сама фигурка внутри. Дальше уже не буду открывать, фигурка вот она стоит. Вот сама фигурочка. Выполнена просто, сделана бомбически. И покрашена, и детализирована. Как супер. Очень красивая. Довольно редкая. Не так-то просто их найти, эти фигурки оригинальные. Не все так просто в этом мире. Ссылочка будет в описании. Кто, если кому интересно, скажу, где ее можно найти еще, пока есть она. Скоро и не будет уже, возможно. Вот такая детализация. Как живой, короче говоря. Выглядит бомбически. Ну, Орига есть Орига. Но, как я говорил, что бывают и копии, ничем не уступающие оригинальным. Так что, если найдете хорошую копию, в принципе, она может вам заменить и оригинальную фигурку. Но оригинал есть оригинал. Оригинал всегда лучше. Но он, конечно, и дороже. Существенно намного дороже. Вот такой у нас Doom Eternal. Надо будет приобрести крутящуюся подставочку, чтобы не крутить самому. Поставил, и она крутится. Вот такая. Так что смотрите ссылку, кому интересно. Можете и себе такого получить. Кровище вот, как натуральное, растекается. Со всех сторон вам покажу, чтобы понять, какое тут качество. Ну, фокусируйся. О. Лютая, короче, лютая дичь. Лютая, да. Так что, кому интересно, пишите, расскажу, где и как можно себе такое достать в подарок. Все, пацаны, пока. Ждем хорошей погоды. Будем делать, продолжать обзоры на самокаты новые. Ремонт колеса. Все, давайте, пока, пацаны.